Life is a loser. Всем привет! Меня долго не было на канале, я не выпускал ролики. В конце декабря мы вернулись из заокеанского турне. У нас проходил второй и третий этапы Кубка мира в США и в Канаде. И об этом будет сегодняшний выпуск. Ну а также я вам хочу сказать, что наша команда уже находится в Европе, в Германии, где буквально через несколько дней стартует первый в этом году Кубок мира. И это будет проходить в Альтенберге. Далее наша команда отправится в Норвегию, где пройдет чемпионат Европы. Потом мы переместимся в Латвию, в Сигулду. Ну а уже после этого, в середине февраля, наша команда в Сочи будет выступать на чемпионате мира. И я с удовольствием вас всех приглашаю. Приезжайте, приходите поболеть за нашу команду, за санный спорт, ну и за спорт в целом. Предлагаю устроиться поудобнее для того, чтобы вы могли посмотреть и насладиться теми видами и событиями, которые были у нас за океаном. И я побежал монтировать для вас ролик, так что приятного просмотра. Что, вот мы в Америке, в Lake Placid. У нас сегодня на соревнованиях команда сборной России по скелетону. Ребята пришли поболеть за нас. Да, очень переживаем. Что пожелаете? Вам? Ну да. И нам. И нам, и вам. Удачи, сезон, конечно, чемпионат мира дома, это самое главное. Вот мы заряжаемся вашими положительными результатами, будем стартовать и не отставать. Все, тогда я вам тоже желаю отлично начать и продолжить в том же духе, чтобы все получилось у вас и у нас. Спасибо. Спасибо. Я был очень злой после второго заезда. Просто вообще ни хрена не получилось. Мы в втором заезде объехал. Я говорю, это вообще не туда, еще с 11 вышел боком, за что приехал четвертый. Семен. Короче, Семен, сейчас Семен. Я просто сделал как то. Я компрессор крутанул там чуть-чуть. Все, и поехал. I love the landscape. The people are nice sometimes. Yes. Sometimes, not all the time, because I just get bigger and bigger. I buy new shoes, if you want to see. They're great. Началось все получаться, и вдруг сегодня на первой заезде произошло что-то непонятное. Потерял я половину рога. Ну как бы я делал то, что мог. Я доехал. Но как доехал? Что скажешь по поводу своего тезки Александра? Саня сильно, короче, я не знаю, мне кажется, он сильно заморачивается. Сильно заморачивается. Откатал. Так себе. Ты доволен? Средний. Прогресс есть в этом году? Прогресс, кстати, да, прогресс есть. Это я лучше, наверное. Lake Placid, он сам по себе пасмурный, мрачный. И я не знаю почему. В этом мрачном пасмурном Lake Placid у меня просто обалденное настроение. Тут должен идти снег, тут должен быть мороз. И тогда все будет круто. Ты доволен своим результатом? Да. Ты
третьем отпусти. Главное дело после лайкплейса, да, загрузить самое ценное, наверное, что есть у саночника. Это ящики. От первого лица. Эти блогеры надоели. Мне блогеры надоели. Все уберутся. Спустя 5 часов полета мы приземлились в аэропорт Ванкувера. Здесь достаточно тепло, пасмурная погода, идет дождь. И такая атмосфера похожа немножко на дождливую Москву. This is my house in Whistler. Hello, and pleased to meet you. What is your name? My name is Bee, and I live here in Whistler. And beautiful place, best place in the world. Находимся в Вислере. В 2010 году здесь проводилась зимняя олимпиада, и, наверное, это одна из самых свежих трасс после Сочи, которая напоминает о темном, которая очень красивая. Вот, здесь действительно непередаваемое ощущение от природы, очень своеобразный ландшафт. Много-много елок, и таких елок, ну, практически я нигде еще не встречал. Сейчас будем кататься на самой быстрой трассе в мире. Она такая плавная, спокойная. Внизу, правда, быстро вот так все происходит. Угу. Во-первых, обзор хороший по трассе, ты все видишь. На, допустим, мы в лайкплейсе едем, входим в вираж, ты не видишь выхода. Тут ты входишь, ты полностью вираж можешь наблюдать. Ну, тебе видно полностью, обзор хороший. Ну и все так плавно, аккуратно и быстро. Ну, немножко быстро. Я что хочу сказать? Да. Я просто сейчас такой кайф получил. Знаешь, ожидания, конечно, были не такие. Думал, все равно где-то под трехи будет. Было просто идеально гладко, вот как здесь. Вот так. Кстати, можно вот посмотреть. Вот она сама трасса. Максимальная скорость сейчас какая у тебя была? Ой, я не знаю, ну я думаю 140. Слушай, я здесь 3 года не катался, я сейчас поехал. Просто вот с 12-го вышел и чувствую звук такой. Просто урожайным для нашей команды. Первое место в женской гонке выиграла Татьяна Иванова. Бронзу у нас взяла Виктория Демченко. Ну а в мужских заездах победил Роман Репилов. Поэтому день действительно очень классный. Хоть он уже и поздний, и очень много
Вон сзади у нас болельщики все-таки появились, скопились. Вот они. Танька, я, Лена Никитина, Саня Третьяков. Ребят, ну что, вот и подошел к концу третий этап Кубка мира по санному спорту здесь, в Калгари. Второй день принес нам 4 медали, одну золотую, одну серебряную и 2 бронзовые медали. Ну, феноменальный, конечно, этап Кубка мира, богатый на победы и отличное выступление. Так что этот отрезок в 2019 году уже подошел к завершению, и мы смело отправляемся домой встретить Новый год со своими близкими и родными.